Итак, всем привет! Сегодня к нам на обзор попал телефончик Nokia 3250. Так, я уже вытащил, включил. Телефончик выглядит неплохо. Ну, конечно, староват. Довольно старая модель. Не помню там какого-то года. 2006-го. То ли 7-го, что-то вот такого. Может, старее, не знаю. Сейчас заглянем, что тут у него по операционной системе. В общем, инфо телефона. Вылочка, решетка. 1, 2, 3, 4. Так, Nokia 3250. Версия прошивки RM38. Ага, дата выпуска 20.09.2007. Версия 4.60. Это так. Ну, так все работает, в принципе. Динамик вроде бы неплохой. У меня еще фишечка такая. Тут разворачивается вот эта часть. Вот таким вот образом. Еще можно сделать оборотик. Так. Фотокамера. Фотокамера. Я не думаю, что тут, конечно, супер-пупер. Мегапиксельный 2. Да и есть, наверное. Ну, по картинке, в принципе, вроде неплохо так. Пульт управления можно использовать как плеер. Ну, в принципе, с чем-то телефон позиционируется. Как музыкальный. Задняя крышечка здесь снимается так же, как на 8800. Только там съезжает эта крышечка, тут надо зажимать и здесь поднимать. В комплекте у нас тут идет зарядка, наушники, Nokia. Обычный USB кабель, вот такой вот идет. Еще, ну, еще старость телефона. Разъем такой, ну, значит, диск, ой. Еще тут еще инструкции. Есть еще такая вот штучка. Так, на этом все. Спасибо.